Сегодня 93-й день рождения отмечает Мангуш Барахович Кенен-Лапсан, пожизненный президент шаманов Тувы, писатель, ученый, почетный гражданин Кызыла. Мангуш Барахович Кенен-Лапсан родился 10 апреля 1925 года в Дзунхимческом Хашуне Тувинской Народной Республики. На художественных произведениях Мангуша Бараховича воспитывались десятки поколений читателей. В его книгах отражены события в истории Тувы и тувинского народа через жизнь и судьбы конкретных людей. В героях его рассказов можно узнать себя в детстве, непоседливых, любознательных и добродушных. Художественные произведения Кенен-Лапсана непосредственно связаны с устным народным творчеством тувинского народа. Мангуш Барахович является членом Союза писателей России, народным писателем Тувинской АССР, доктором исторических наук, заслуженным работником культуры Тувинской АССР и РСФСР, обладателем почетного звания «Живое сокровище шаманизма», членом Нью-Йоркской академии наук, обладателем орденов Дружбы народов Российской Федерации, Республики Тыва за заслуги и вклад в развитие литературы и древней философии шаманизма и за заслуги перед Отечеством второй степени. Медали за доблестный труд, 50 лет победы в Великой Отечественной войне кавалером ордена Мангуша Буяна Бадыргы. Его имя внесено в Государственную книгу «Заслуженные люди Тувы 20 века». Звание «Почетный гражданин города Кызыла» присвоено 10 апреля 1995 года.